Привет, как дела? Очень в Англии я любила чизкейки, и тут вот нашла недавно, завалялся у меня в холодильнике творожный сыр, решила попробовать сделать. В общем, поискала я рецепты в Яндексе, нашла с творожным сыром некоторые рецепты, вот печенье 200 грамм, обычное песочное печенье, даже тут что, клубничка какая-то. Брянская. Ага. Желатин купила вчера. Сейчас вот сделаем основу песочную и положим в морозилку. Там по рецепту надо в морозилку положить. И пойду в магазин, надо еще сметану купить и еще какие-то ингредиенты. Готовлю у мамы на кухне, поэтому вот что есть под рукой, то и делаю. В общем, чтобы размолотить печенье, надо положить в пакет и утрамбовать, либо скалкой вот так вот катать, либо как я сейчас на этом. Сильно не паримся, как обычно. Все очень простым способом. Кстати, этот метод я тоже в интернете нашла. Пакетик у меня продырявился. Высыпаем всю форму для запекания, но так как у меня формы нет, я вот сюда, в тазик обычный. Ну, получилось печенье молотое. Ой, надо было масло сначала растопить. Ладно, сейчас сыпем обратно в пакетик. И потом с маслом смешаем и поставим в морозилку. И я побегу в магазин за сметаной. Берем масло. Надо 80 грамм. Сейчас отрежем. Ну, как говорится, все на глаз. Вот такой кусочек кидаю в эту миску и ставлю на огонь. Сейчас он у нас расплавится. И будем смешивать его с печеньем. Все, маслица расплавили. Ставим его остывать. Ссыпаем сюда печенье. И тщательно перемешиваем с маслом. Теперь все это надо утрамбовать. Посильнее. Вот так. Теперь можно положить в морозилку. Так, все, запаковываем на 2 часа. Так, ну вот сходила я в верный магазин, купила сметану «Альпийская коровка», 20%, 400 грамм за 50 рублей сегодня по скидке. Мне надо 200 грамм. Растворяем 20 грамм желатина, это у меня 10 грамм один пакетик, в кипяченой воде 120 миллилитров и оставляем на 15-20 минут. Засыпаем. Так, ну все, размешала, пусть теперь набухает. Я так понимаю, желатин это основной ингредиент, чтобы чизкейк становился таким тверденьким. Так, пусть набухает 15-20 минут. Так, а пока мы будем готовить вот эту вот консистенцию. Песочная основа у нас сделана. Теперь вот эту штуку. Значит, творожный сыр 400 грамм. 400 грамм. Засыпаем в этот вот тазик. Это еще из Тольятти у нас такой старый, старинный тазик. Еще помню, в детстве он у нас был. О, какой сыр. Никогда такой не пробовала. Он сам по себе вкусный, интересно. Немного солененький. О, так это как янтарь. Сейчас я его весь умну. Остальное Челсику оставим вылизывать. Вкусняшку. Челся, будешь творожный сыр? Ну, попробуй.
Нравится? Попробуй. Вкусненькая. Мне понравилось. О, вкусняшка, да? На, вылизывай. Ой, ты моя умничка. Внутри еще там полежи. Все? О, все вылизано. Молодец. Помощница моя юная. Спи. Кто тут у тебя, лемурчик? О, какие глазики у лемурчика. Какой хвостик. Не может отойти. Очень вкусно, говорит. Очень вкусный творожочек был. Да, еще попробую вот тут. Вот. Ай, вкусняшка. Молодца. Так, ну вот он сыр получился у нас такой в тазике. Очень хороший сыр мороженый. Так, ну его надо как-то миксером. И пробуем. Так, добавляем теперь 200 грамм сметаны. То есть половина этого стакана. Блям. И блям. Отлично. И все это еще раз перемешиваем с творожным сыром. Так, ну вот желатин у нас загустел немножечко. Надо его еще подогреть. На паровой бане буду это делать, так как у меня в тарелочке лежит. Чтобы все вот эти вот штучки ушли. Варись, варись. Раскрывайся, желатинушка. О, так, все уже пропадает. Главное до кипения не доводить, написано. Вот, и это все, этот желатин также смешиваем с кремом. Потихонечку заливаем. Так, перемешиваем. Неплохая у меня масса получилась. Ну что, чисто белый будем делать? Или вот тут у меня что, в холодильнике есть у мамы? Мёд, варенье. Так, наверное, с вареньем сделаем. С вишневым. Чтобы розовенький цвет был. Ого, какая красота получилась. Прямо живопись. Разводы. В общем, все это надо смешать. Поехали. Ух, как классно. Ой, я сахар забыла. Так, надо. 150 грамм надо где-то. Ну, это по 2/3 кружки обычной. Нормально? Еще чуть-чуть. Я сладенькое люблю. И снова смешиваем. Вот такой вот у нас кремчик получился. Он уже загустевает. Достаем из морозилки нашу форму. Ой, с печеньем. Что, прям так и наливать получается? Или все-таки ложечкой? Да. Можно ложечкой подсобирать. Ух ты, какая, что это? Да, как мне это нравится. Чувствую, будет сегодня вкусный чизкейк у меня. Ну, тарелка, конечно, не даст мне возможность показать весь тортик. То есть у меня не форма для запекания, а просто тарелка. Ну, будем отсюда ложками есть. Что делать? Так, поехали в морозилку. Так. Ой, тут у нас всякая зелень. Положили в морозилочку, закрываем. Написано на 2 часа. Но это для того, чтобы, наверное, форму снять. А мне можно... Из этой миски уже есть, наверное, через час. Ай, какой лемурчик у Челсика. Ай, лемурчик голубоглазый. Вот такой, вот такой.
Вы такой наш котенок золотой. Так, прошло 1,5 часа. Достаем наш чизкейк. И, наверное, отнесу я его домой. Ну так, нормально застыл. Че, Челсик, бежишь пробовать? Дома попробуем. Вот такой вот получился у меня чизкейк. Сейчас будем пить чай и пробовать. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч.